Театр Колон в Буэнос-Айресе. Наше турне заканчивается. Мы посетили Бразилию. Мы разогнали всех манифестантов. Мы поболели за сборную Бразилии с Уругваем. И с легким сердцем приехали в Аргентину играть концерты в Театре Колон со знаменитым оркестром концерт Кибао из Амстердама и гениальным маэстро Марисом Янсенсом, с которым мы исполняли рапсодию на тему Паганини Рахманинова. Я очень рад, что это турне состоялось, несмотря на разные препоны, которые нас сопровождали в нашей поездке. Ну, все хорошо, что хорошо заканчивается, поэтому мы с вами прощаемся и увидимся уже где-нибудь в Европе. Мы ведем трансляцию из театра Колон, и сейчас я хочу задать несколько вопросов гениальному маэстро Марису Янсенсу. Марис, скажите, пожалуйста, как проходит турне? Очень хорошо проходит. Вам нравится, как все происходит? Очень, замечательно. Я безумно рад, что я с вами играю. А, я тоже очень рад. Я безумно рад, что мы уже сегодня в четвертый раз будем играть рапсодию на тему Паганини, и мы найдем новые краски в очередной раз. Да, да. Спасибо вам. Особенно после одного свободного дня. Это точно. Спасибо. Хоть мы и мясо и не ели, но все равно силы набрали. Абсолютно. Но сегодня мы съедим мясо и после концерта. Будет там, да. А, слышите, вы что-то тут... Нет. Нет, это для блога. Театр Колон, Театр Колон, смотрите. Это Буэнос-Айрес, Аргентина. Родина Месси и Марадонны. Сегодня мы будем играть Рахманинова «Рапсодию на тему Паганини». Это знаменитый оркестр-концерт «Кибао». Повторяю, мы заканчиваем наше турне по Южной Америке в Театре Колон, Буэнос-Айрес. До новых встреч на европейском континенте.